Всем здорова, ребят! Ну что, у нас сегодня очередная сборка героя. То, что вы видите здесь огненку, это я еще не тестировал. Я еще сделаю обязательно тест такой сборки героя, как она себя показывает. Махатма с огненкой именно против зефиров я сделал. Герой хороший, снимает негативные эффекты, имеет иммунитет к стану, к страху, увеличивает скорость атаки, уменьшает входящий урон, забирает энергию, то есть один из универсальных героев, единственное то, что она бьет по прямой, это ее минус. Варианты по сборкам, самый лучший вариант на сегодня это деф, многие ставят берс, я не знаю, я не вижу прикола в берсе вообще никакого, он по сути там увеличит вам немножко атаку, но он не улучшит самые крутые свойства данного героя, то есть это деф. На дамаг тоже бессмысленно собирать. То есть самый оптимальный вариант на сегодня с того, что было до того, как вышел зефир, это было СО, но я еще хочу потестить с огненкой. Вариант также есть поставить утекание таланта, тоже неплохо. Если вы хотите там увеличить, можно рвение, то есть любой дефный талант очень классный, даже та же самая каменка, если у вас есть утекание рунами, то есть и дефный вариант ставить утекание рунами, и герой будет реально крутой. Другие варианты тоже есть сборок, то есть вот такой вот вариант, он для меня как бы топовый, единственное пробивает зефир и дуэлянт. Вот такой вариант мы тоже будем тестировать. Что еще, чем можно усилить? Есть два варианта для данного героя. Это либо обряд лечения, который увеличивает как жизнь, также дополнительно дает отхил. Либо второй вариант, священный суд, который улучшает деф и увеличивает отхил там в два раза, допустим, на пятерке. Да? Тоже крутой вариант. По созвездиям, какие варианты есть? Ну, конечно же, уклонение, то есть у меня она сейчас собрана, я ее не пользуюсь, но в идеале, конечно, с уклонением она вообще крутая будет у вас. Такой вариант, вот как у меня, это использовал я на смотрителе, поэтому я это все поменял. Ну, я сейчас просто ролить этого не буду, я показывал, посмотрите, есть куча сборок у меня Махатмы, она просто бешено себя хилит, даже такая вот сборка, она может противостоять хорошим героям. Единственное, конечно, пробивает смотр и зефир, сейчас мы до этого дойдем. Она себя жестко и хилит, видите, Фрая пробивает, ну, сейчас зефир включится, и он начнет просто там ее унижать. Я не знаю, сможем ли мы зарядить зефира или нет, сейчас попытаемся это сделать, чтобы посмотреть, как он ее будет пробивать. Ну, там и Фрая попадает довольно-таки неплохо. Вот зефир включился, то есть там пару тычек и все, и героя нет. В принципе, как и все герои в остальных, зефир пробивает, поэтому даже огненка в принципе не спасает. Ну, она у меня без уклонения, плюс здесь нету нормальной топовой чарки. То есть самый оптимальный вариант это, если вы хотите там на фарм, на какие-то эти, это такой вариант, плюс можете сюда поставить там того же самого Рудольфа для снятия еще дополнительно негативных, либо же увеличить уклонение, либо поставить там, некоторые ставят на урон, собирают, но она от урона улетает просто моментально. То есть самый оптимальный вариант для фарма это СО плюс утекание, плюс чарку, либо обряд, либо священный суд, потому что атакующий тоже бессмысленно, герой имеет очень много атаки, она просто у вас сольется на хорошей отражалке. То есть такого варианта в принципе, вам будет хватать. Все зависит, конечно же, от топа, от того, в каком топе вы играете. Вот смотрите. Вот сейчас огник, он ее пробивает 30-й, 25 тысяч, то есть 27. То есть он, по сути, ей нифига сделать не может. Понятно, она его не сливает, но вы можете поставить сюда питомца, который разбивает здание, проходить битву гильдии вполне. То есть такой герой, если есть где-то возможность на ком-то зависнуть, вытягиваете одного-двух героев, они и ничего не сделают. То есть 30-й огник, он ее не пробивает. 8 там, тысяч. То есть может Фрея там пробить. Но даже тот же самый зефир, он тоже не всегда сливает. Сейчас попробуем найти зефира отдельно. Зефир ворожей. Ну, вроде они без... Попробуем.
Вот видите, зефир как... У нас мало отхила, то есть у нас не хватает отхила, нам нужен отхил еще чаркой. Можно попробовать свободно выстоять, конечно, надо ставить в таком случае сюда. Такой вариант мы режем тогда в два раза. Давайте попробуем. Сейчас хоть что-то, может, какой-то обряд лечения найдем. Ну, конечно, плюс, естественно, уклонение чем побольше. Хоть оно и не будет работать с отражалкой. И многие, как обычно, напишут, вот, огненка с уклонением там не работает. Это не ставится для того, чтобы там сливались. Это ставится для того, чтобы получать меньше урона от определенных героев. В данном случае на сегодня самая эффективная огненка против зефиров там и прочих героев. Ставить необузданную для увеличения можно для фарма, например. Если вы хотите ее на PvP локациях использовать, то варианты, вот допустим, мы сейчас поставим священный суд. Я не знаю, наролим мы не наролим. Это будет очень долго. Попробуем такой вариант. То есть у нас сейчас будет два раза выше отхил, ну, практически. У нас урожай будет. Сейчас найдем проще базу. То есть такая бабка, она реально очень крутая. Я уже не раз показывал, как она офигенно держится. Так, тут молчание сейчас нам полетят. Ну, нюансы, конечно же, есть. Ну, видите, все равно по 160 и будет прилетать. Не спасет вас ничего, потому что если есть молчанки, к сожалению, герой будет сливаться. Видите, мы не можем даже включиться, по сути. Так, ворожей, стрелок. Так, попробуем тут сейчас. Может, тут нам повезет достать. Ну, видите, молчание прошло, и все, по 130. Ну, дальше вот уже улучшенный немножко у нас отхил. У нас не топовая, и уже получше она смотрится. То есть она держится. Ну, конечно же, опять же, это не максимальный вариант, который хотелось бы. Но можно сделать, я это тоже показывал. То есть у кого есть махатма, вы можете ее использовать на PvP локации, на фарм локации, на подземках. Она тоже будет крутая. Но точить ее на атаку я не советую. Много подземок, в которых атака просто нафиг не нужна. В общем, вот так вот. Пишите комменты, кого вы хотите увидеть в следующем, каких героев, в каких сборках. Ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.